Арсений, вы говорите, там ТЦК ловит украинцев, а вы сами идете. Ну, а куда все люди идут? Куда вообще все это движется? То есть вы куда идете? Они куда? Они туда, что у них... Вот, где-то живут украинцы, например, в Швейцарии, да? Где-то живете вы там, в России. А потом хуяк, в Украине встречаетесь, начинается месилово, да? Получается, украинцы из Швейцарии не хотят ехать в Украину, а вы из России хотите ехать в Украину, потому что вам хорошо платят. Ну, правда? Ну, то есть есть такая третья земля, есть украинцы где-то живут непонятно, есть россияне, а есть третья земля под названием Украина, которая на самом деле должна быть Россией. Так что ли? А каким образом она не Россия тогда? Как так получилось, что она не Россия? Как получилось, что там все в... Как так получилось, что она оформлена на карте как Украина? Это что, ошибочка такая? Что, может, и Швейцария ошибочка, и Норвегия ошибочка, и Финляндия ошибочка, и Россия ошибочка, и Монголия ошибочка? Ну, то есть есть какие-то люди ёбнутые, которые постоянно ходят на чужие земли и говорят, что это моё? Я не удивляюсь людям, которые не хотят воевать, потому что, ну сейчас, вот смотрите, я еду, кому хочется воевать. Я удивляюсь россиянам, которые приходят постоянно на чужие земли, и вам не лень это делать. Ну реально, вам не лень это делать. Вы послышите, что у вас нет родины, россияне. Раз вы ходите на чужие земли и говорите, что это мое, значит, у вас своего нет.